Всем привет! Геометрия продолжает набор участниц для реалити-шоу «Мисс Геометрия». Мы находимся в суши-баре Токио, и сегодня здесь присутствуют те, кто мечтает попасть в реалити-шоу «Мисс Геометрия». Пойдемте с ними знакомиться? Здравствуй, Люба. Расскажи, пожалуйста, что тебя привело на конкурс «Мисс Геометрия»? На конкурс «Мисс Геометрия» меня привело то, что я как бы хочу себя попробовать в новом амплуа, так сказать. Скажи, пожалуйста, а чем ты в жизни занимаешься? Я довольно-таки давно занимаюсь фитнесом, то есть, и, ну, вот пока это основное мое направление. То есть к фигуре относишься очень щепетильно? Ну, да, стараюсь. Привет! Привет! Как тебя зовут? Анастасия. Настя, расскажи, пожалуйста, каким чувством ты проснулась сегодня утром? С чувством глубокой ответственности за то, что я должна сегодня прийти сюда в 5:30. Настя, кто это? Настя — это вредная девушка и очень эмоциональная, наверное. Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня Настя зовут. Скажи, что ты ждешь от сегодняшнего кастинга и от сегодняшнего вечера? Я не гонюсь за победой, но очень хотелось бы, наверное, выиграть и победить. Скажи, а чем ты занимаешься в жизни? В свободное время от учебы я занимаюсь трипластикой. Скажи, победы желаешь? Хочется победить? Да, конечно. А если ты выиграешь этот конкурс, ну, в твоей жизни что-то изменится? Да, это будет, не знаю, достижение, не знаю, своих целей, какое-то самоудовлетворение того, что именно я сама смогла этого добиться. Хочу победить! Привет! Привет! Как зовут девушку с этими милыми кудряшками? Меня зовут Аня, или просто Анна. Скажи, пожалуйста, чем ты в жизни занимаешься? Я очень многим в жизни дорожу, ценю внимание, теплоту, участие. Сама на помощь другу я приду. И знаю, каждый день приносит счастье. Училась жизни и учусь сейчас. Судьбы листая новые страницы. Ценю сегодня и живу сейчас. И не хочу напрасно торопиться. Почему ты решила попробовать себя в этом кастинге? Новые впечатления, новые знакомства. Хочу узнать себя с другой стороны, не только, скажем, в жизни учебы. Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Настя. Ты волнуешься? Безумно. В принципе, за этим я и пришла. Хочется драйва, хочется какого-то... Адреналинчик? Борьбы, в конце концов, да. Победы ждешь? Обязательно жду победы, только победы. И вообще пришла за победой, хочу стать мисс Геометрия. Нехилые желания, правда? Ты готова? Я готова. Мы готовы. Начинаем. Настя, скажи, ты первый раз делаешь роллы? Нет, уже второй. Мы с подружками еще делали роллы. Правда, их никто кушать не стал. Аню, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, роллы многокалорийные? Я думаю, нет. То есть в фигуре кардинальный удар не грозит? Это никак не вредит.